Всем привет, дорогие друзья, с вами Вова, вы на канале Сисплей. Сегодня я вам покажу обновление динамического острова и проверку пару мифов. Погнали. Я вам не буду показывать остров пока что. Сейчас я выплыву из лавы. Не спрашивайте, откуда у меня лава. А, я уже сдох. Да? Да. Вы сейчас все увидите. Наверное, уже по картинке поняли, но раз, два, три. Я заспаунился в своей будке. И сейчас покажу вид, откуда я делал превьюшку. Вот отсюда. И раз, два, три. Вот он, мой динамический остров, который я очень хорошо и красиво обновил. Практически все из выживания. Кроме портала и зачаровального стола и наковальни. Все остальное, ну, кроме алмазов еще и лавы, и этого коврика. Ну, и дальше перечислять не буду. Все это сделано вот этими вот руками. Как вам остров? Напишите в комментариях. А я сейчас буду его показывать, и проверка парочку мифов будет. Так, здесь я сделал лавовое озеро для того, чтобы не прыгать туда и умирать. Ай. Что за реклама? Я же интернет выключил. О, видите? Интернет выключен. Потому что рекламы не должно быть. А что за фигня произошла? У меня реклама началась. Ни с того, ни с сего, ладно. Сейчас я эту рекламу пропущу. Тогда уже не скачивайте эту игру. А она вас когда-нибудь достанет своей рекламой. Так, давай быстрее. Так, конечно же, я сдох. В общем, я буду туда всякий мусор класть. Например, гнилую плоть, которая бесполезная. Или, например, кувшинки. Но они красивые, поэтому... Их можно поставить куда-нибудь? Значит, нет. Значит, выбрасывать буду. Вот, смотрите, вот я. И я вот так вот кувшинку делаю. И у меня, кстати, литры все. Их тоже пора выбрасывать. Их же можно починить. А хотя я не знаю, как их чинить, поэтому... И, кстати, насчет починки. Моя наковальня в первом видео про остров была еще целая. Сейчас она вот. Она много всего пережила. И мне нужно кирыч свой тоже восстановить. А то скоро все сломается. Так, вот здесь у меня хранится лазурит, наковальня и вот какой-то сломанный грудничок. Здесь у меня скрытый батут. Здесь у меня еще бочки вот с такими вот флагами, потому что я убивал этих чудиков. А вот это уже правда, я убивал этих чудиков. Что за фигня? Этот Майнкрафт уже восстановил рекламу, чтобы еще и когда рекламы нет. Вот, видите, интернет все выключено. Все выключено просто подчистую. Оно меня достало. Сейчас я еще раз буду перезаходить, это недолго. Мне кажется, это видео у нас не удастся из-за рекламы. Вот я вот так думаю, потому что, может, я... Может, интернета остатки остаться. Это может быть такое... И из-за этих остатков появляется реклама. Сейчас буду заново в мир заходить. Так, надо аватарку мира сменить. Потому что такая аватарка мне не нравится. Там, где я лазил в пещере и нашел вот такой вот портал сломанный. Если у меня получится, я фотку выставлю в YouTube. В общем, в первом видео спуск был обычный лестничный. А вот до видео у меня там был... Один вот такой вот красненький ковер, под которым лежала слизь. Там вообще был вопрос слизь. А сейчас это целый батутный коврик. Вот такой вот огромный коврик батутный.
Для красоты его я так сделал. Так. А, я вам еще не рассказал. И сейчас покажу, кстати. Заходим в портал. Смотри, что я с порталом сделал. Я его сделал в нормальный мир. Вот такой вот. Его землей обшил с травой. Трава, потому что я вот этим вот шелковым мальчиком вот так вот добывал. Шелковый мальчик — это кирка на шелковое касание. У меня на канале такая фраза будет иногда. Шелковый мальчик. Это кирка на шелковое касание. Оно может труду добывать без всякого этого. Вот так вот оно может добывать руду. Поэтому это шелковое касание. Так. Обычная кирка, которую я назвал каменщик. Которого каменщика уже лечить надо. У меня есть 4 древних обломка. Напишите в комментариях, особенно если, Олег, ты смотришь это видео. Напиши, что делать с этими древними обломками, как их в незерит превратить, чтобы кирыч мой починить. Я, кстати, ему обязательно скажу, чтобы посмотрел, я горю. Надо восстановить HP. Не успею. Ладно. Это у меня плавильня. Так, заработай. Если что, железо из шахты, которая стоит на аватарке мира. Я просто копал, искал что-то. Такая огромная пещера, каньон целый. Так я подумал, а что там будет? Стало интересно. И вот нашел заброшенный портал. Очень много железа пока копал. Вот те самые 4 слитка. Так, 3 каких-то непонятных блока. 3 вот таких вот золота из бастиона. Я просто летал по... Как там его? Аду. Во. Так, мне нужен топор, потому что мы сейчас пойдем в лес добывать дерево, потому что мне осталось переплавить 6 железа. Хотя, может, в печке еще что-нибудь есть? Нет. В плавильне нету. А вот в сундучке что-нибудь есть? О, оказалось. Я, честно, не знал. Потому что здесь у меня есть немножко дерева. Мы кладем сюда дерево. И сейчас оно переплавится. Или не переплавится. Нужно сходить за деревом. Да, конечно, вот 3 кусочка. Вот как назло, 3 кусочка не переплавилось. Так, ищем еще деревце. Вот оно еще. Мне гладкого дерева не жалко. Главное, чтобы у меня, блин, железка была. Хоть у меня есть фулт. Алмазной брони с креатива можно и железную сделать, честно добытую. Все, вот железо наконец-то переплавилось. Фух. Оно даже в плавильне. Вот столько килограмм железа, оно будет очень долго плавиться даже в плавильне. Так, уже наступила ночь, и мне уже не так сильно дерево нужно, но все равно нужно. Поэтому что я делаю правильно? Только не этот топор, я его обожаю, поэтому я его не беру. Он такой хороший, поэтому можно сделать топор на раз. Что это на раз топор? Это, конечно, золотой топор. Это, конечно, палочки найду. Облик огня, меч. Кирыч, палочки. Вот почему все готово, а палочек нет. Ладно, давайте спустимся. Дерево чутка рубанем. Так, вот дерево. Я его... Стоп, я это...
Тем шелковым мальчиком только что ломал и листву получил. Ха, надо украсить что-нибудь будет. Так, вот чутка дерева. Мне как раз немного нужно. Так, поднимаемся. Я сейчас посмотрю, может мне можно будет украсить мой вот этот вот домик, будочку. Какой-нибудь листвой сбоку. А, куда ты падаешь? Так, здесь ему точно не место. Вот еще сюда одну, и все, и будет красиво. Так, я рубанул чутка дерева, а где оно? Вот оно, а что оно здесь делает? Так, верстак. Где палки? Are you lost? Так, а где палки? Ладно, хорошо, поступлю по-другому. А, надо сначала в доски превратить. Я глупый. Все, 8 палок. Делаем инструмент на раз. И кладем остатки сюда. И сейчас мы, кстати, проверим миф. Можно ли вот такой вот непереплавленный блок переплавить? Плавильня. Блин, зачем я палочки убрал? Плавильня, палочки. Я загружаю сюда блок и почему не плавится? Может, в печке это получится сделать? Странно, почему этот блок не переплавляется? Тогда я сделаю из него вот эти штуки. Обычное золото не переплавлено, и переплавлю его. Пока я хожу за листвой еще одной. А зачем я топор сделал? Мне же он уже не нужен. Блин, ладно. Ничего страшного, Максиму отдам, когда он придет. Скоро будет новая рубрика. Младший брат называется. Когда мой младший брат будет играть в Майнкрафт за вместо меня. И он будет рассказывать и говорить. 20 минут. Если вам это видео понравится, то я продолжу их снимать. Просто в первом видео про островок мой брат очень мило и смело такой сказал: «Всем привет, я Максим, и я сегодня копаю блоки, потому что мне Вова разрешил покопать блоки». Вот так он сказал. Очень такой смелый, хоть ему всего лишь 4 года, и команду, чтобы сделать день, он написал, если что. Не я. Я сам был в шоке, что он умеет писать команды. Он, наверное, видел, как я это делаю. Читерю. Превращаю из дня в день. Из ночи в день. И из вечера в ночь. Я реально вот делал так. Когда надо было что-то проверить. Я вот в этот сарай, будку, хотел поставить двойную кровать. Потом попытался поспать с помощью этой команды, как раз-то и вел. А там проход кровати заблокирован. В каком месте он там заблокирован? Просто можно лечь на кроватку, плюхнуться. Ну, это Майнкрафт, тут нет логики. Так. Мне еще надо будет листы, потому что я сейчас буду украшать вот эту вот штучку. Вот отсюда буду украшать. Даже можно сделать вот так вот, читерить. Сделать вот так вот. Стоп, я же сдох. Что сейчас будет написано?
Вы умерли. Я умер в креативе. Майнкрафт лайк. Я даже не знаю, здесь оформлять или нет. Ай, оформлять. Так, смотрите, вот предлагаю со всех сторон вот так вот украсить. Потом я не знаю, что я с листвой сделаю. Могу в ад отправить. И там приукрасить одним листочком порталь. Вот здесь вот просто листья не ставятся. Ровно. А хотя... А что, смотрится? Нормас. Нормас, нормас. Все, теперь я перехожу из креатива в выживание. И буду сейчас украшать портал в портале. Сейчас только панельку подровняю. Пока я перемещаюсь. Так. Все, вот так вот поставил, и так нормально. Я лучше с другой стороны поставлю. Мама с другой... Я обычно выхожу с другой стороны и вижу портал с другой стороны. Вот здесь вот. Вот так вот поставлю. Все равно не мешается. Даже если прыгать... Ну, прыгать буду, мешаться будет. Вот, смотрите, вот какой хороший получился домик. Теперь даже на домик не забраться. Ну, хотя... А если понадобится... Нам ступенька поможет. Вот так вот. На портал залезаю, ломаю портал, выключаю иногда. Но лучше не выключать портал, пусть работает. Нормально. А то лишний раз зажигалку доставать, делать что-то. Знаете меня. Лампочку сюда поставил, которую нашел. У этих чубриков. В общем, сейчас буду ставить новую превьюшечку с лиственным домиком. Так, улыбочку. Вот так даже улыбочку. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята.